Привет, друзья, товарищи! Вы на канале Покемоша Лайф. И сегодня у нас будет все, как вы любите. Полноценный обзор локомотива. Уникального чуть менее, чем полностью курьезного и исторического аппарата, который проектировал авиатор и которому вот-вот стукнет 100 лет. При этом лок сохранился вообще случайно. Итак, тепловоз с труднопроизносимым названием ЩЛ-1. Тарам! Самое-самое начало 20 века. Еще даже нет СССР, зато существует МПС, страна чудес, по которым днем и ночью снуют онли парики серии А, Э, И, Бабу Бы и так далее. А тут еще Рудольф Дизель со своим мотором. Вот, прошу, русские инженеры, дизель-то что надо? И первыми применили его на водном транспорте. Судно «Вандал», 1903 год. А что если приспособить такой дизель на локомотив? Это ж так можно развиться, что мама дорогая. Наверное, примерно так подумал профессор Гриневецкий, начав работать над проектом специального локомотивного двигателя внутреннего сгорания. Гениальный человек был, кстати. Известна его книга 1918 года «Проблема тепловоза и ее значение для России», где он наметил пути конструирования этих машин. Перенесемся в 1921 год. На сцену выходит Яков Модестович Каккель, известный профессор, создатель первого в России товарищества воздухоплавания. Он проектировал аэропланы, участвовал в постройке первого трамвая в Питере, и не только. В этот раз он решил попробовать себя в новом деле – тепловозостроении, предложив в том же году техническому комитету НКПС проект дизель-электровоза с двигателем мощностью 600 лошадиных сил. Его еще называли нефтевоз. В работе нашли ряд изъянов, но наш доктор не унывал. Спустя несколько месяцев, в сентябре 21-го, он представил новый проект тепловоза мощностью уже 1000 лошадей. Фактически ничего подобного в мире не было. И руководство дало зеленый свет дерзкой идее ученого. Одной из фич товарища Гаккеля стало стремление построить тепловоз с максимальным использованием отечественных комплектующих на мощностях страны Советов. Тем не менее, силовую установку по причине нехватки времени позаимствовали импортную завода Виккерса, Британия, а заодно и генераторы завода Вольта, Эстония. Вообще-то эти аппараты предназначались для подводной лодки типа «Лебедь». Но, как говорится, шуба подождет. Все остальное своими силами. Раму кузова и экипаж – завод «Красный Путиловец». Сам кузов и он и механизмусы – Балтийский судостроительный завод. А тяговые двигатели – завод «Электрик». Строительство лока было завершено в рекордные сроки к 24-му году. Пришло время познакомиться с конструкцией пациента. Тепловоз с кузовом вагонного типа, тележечный, с электрической передачей постоянного тока, о 12 осях мощностью дизеля 1030 лошадиных сил и конструктивной скоростью 75 км в час. Вес тепловоза 180 тонн. А вот как размещалось оборудование внутри. Обратите внимание, что сама концепция мало изменилась и на последующих тепловозах, разработанных спустя десятилетия. В цвете, пожалуйста. В центре дизель, 10-цилиндровый, вертикальный, 4-тактный. По бокам коленчатого вала через специальные муфты насажены два тяговых генератора, вырабатывающие электрический ток. Он по силовым кабелям подается на тяговые двигатели. Важно, что пуск дизеля осуществлялся одним из генераторов, питаемых от аккумуляторной батареи. Она, в свою очередь, заряжалась от возбудителей. Сами батареи размещались в кузове аппарата. Там же нашли свой приют топливные и масляные баки. На крыше холодильники, прям как на ТЭП-70. Тяговые двигатели в количестве 10 имеют опорно-осевое подвешивание и одностороннюю передачу с числом 4 и 6. Тяговитый. Большой интерес вызывает ходовка нашего героя. Она трехтележечная, редчайший случай.
Причем на крайних телегах фермеры приделали бегунковые колесные пары для лучшего вписывания в кривые и распределения веса. Такая схема позволяла проходить кривые радиусом 150 метров. Для сравнения, у VL80 с намного более лайтовым экипажем минимальный радиус проходимых кривых 125 метров. «А как там мир роскоши и комфорта?» – спросит пытливый джентльмен. «Извольте, кабина машиниста. Вернее, то, что от нее осталось». Увы, вряд ли сейчас можно найти фото той оригинальной Каба 20-х годов. Но даже по этим кадрам видно, что в принципе ее компоновка легла в основу последующих разработок кабин тепловозов. Контроллер сходный с контроллером у ТЭП-10, 2Т10Л и так далее. Впрочем, товарищ Раков утверждал, что изначально вместо кочерги был использован штурвал. Тормозной кран, недурно сохранившийся, кстати. Пульт, вероятно, располагался ниже, по типу, как у ТЭП-60 и его друзей. За креслом Машика какой-то неведомый электрический аппарат, похожий на реверсор. А интересно, мягкими ли были кресла для локомотивной бригады? Напишите ваше предположение. Так, ну ладно, подивимся на первые километры. 5 августа 1924 года состоялся первый официально зареганный выезд тепловоза из мастерской на пути Балтийского судостроительного завода. Были приглашены видные инженеры-железнодорожники, деятели партии, журналисты и даже рок-музыканты. По воспоминаниям, это событие стало сенсацией. Тепловоз самостоятельно выехал из железокотельной мастерской, прицепился к 4 вагонам с углем, провел их по заводским путям и затем вернулся на исходную позицию ЕМН. До сентября на коробочке выполнялась доводка, регулировка, рихтовка и все такое. Фермеры хотели уже к сентябрю выпустить лок на обкатку по Октябрьской дороге, но тут случилось непредвиденное наводнение. А воде что? Ей ведь наплевать. Ретро-тепловоз перед ней или, скажем, ГП-1М. Она и залила аппарат по самые теды. Ой, но инженерная мысль Якова Модестовича оказалась на высоте. Он сумел раздобыть несколько сот литров спирта-ректификата и, заливая его в полость электромоторов, высушил такие обмотки. Только к 4 ноября тепловоз на судне переправили на другой берег Невы, на Гутуевский остров. А оттуда 6 ноября лок перегнал уважаемый машинист, товарищ Дарийский, на станцию «Ленинград-1». Получается, Дарийский стал первым машиком этого аппарата. И вот 7 ноября 24 года, в тогдашний праздничный день, тепловоз совершил первую поездку до станции Обухова и обратно. А в январе 25-го его пригнали в Москву представить, так сказать, высокой комиссии. Но только в декабре 25-го приемочная комиссия разрешила, наконец, работу нашего героя с поездами. Тепловоз работал в грузовом движении в основном на участке Люблино-Курск, это свыше 500 километров, и даже катался на Кавказ. В основном он таскал составы весом до 1000 тонн. О первых рейсах сохранились такие воспоминания. «Помню, иду на одной из узловых станций к дежурному докладываться, чтобы зря не держал поезд. А дежурный как раз с диспетчером разговаривает. Пришел состав докладывать дежурный, а паровоза ни в голове, ни в хвосте». А некоторые вообще впадали в панику. «Говорит дежурный бормотил, укатились вагоны, мык-мык, стат батарей». Потом попривыкли, конечно. Но вряд ли эксплуатацию новинки можно признать полностью удачной. За весь 26-й год машина прошла не более 7,5 тысяч километров. Это было связано с частыми отказами в пути и затребованием вспомогательного паровоза. Сколько желтых талонов отдали машинисты, страшно представить. Видя это, завод «Красный Путиловец» предложил слегка пофиксить недостатки, но, увы, и он оказался бессилен. Покатав с матами-перематами самовар еще один год,
Локомотив, наконец, отставили от поездной работы. Декабрь 27-го. С Новым годом вас, дорогие товарищи! Вот что было написано в отчете от 28-го года. Обратите внимание на название серии. Постройка тепловоза ГЭ-1 имела значение в смысле осуществления постройки на заводах СССР. Построенный тепловоз ГЭ-1 на основании результатов эксплуатации оказался эксплуатационно невыгодным. Содержание его только в виде катучей лаборатории комиссия полагает нецелесообразным. Несмотря и вопреки, виды налог НКПС все же имела. Желая провести комплексную модернизацию машины, отремонтировать еще раз тяговые двигатели, заменить зубчатую передачу и даже изменить систему пуска дизеля. Но все как-то не доходили руки, и в 1934 году тепловоз в разобранном виде погрузили на 7 грузовых вагонов и отправили аж на южную дорогу, но не для поездок, а в качестве электростанции. В 1940 году конструкторы вновь вспоминают о страдальце, строят грандиозные планы по вводу бедолаги в поездную работу или даже переделки тепловоза в горочный электровоз. Известные события не позволили это реализовать. Все, что сумели, перевести тепловоз на экспериментальное кольцо в Щербинке и забыть на десятилетие. Это его и спасло. Наступил новый 1967 год. На фестивале в Монтерее публика впервые открывает для себя Джимми Хендрикса и Джанис Джоплин. Появляются такие коллективы, как Fleetwood Mac и Shocking Blue. В ответ на это «Союз» организует выставку «Техника железных дорог СССР» на путях Рижского вокзала в Москве. Там сейчас железнодорожный музей. Ну и вот. Вспомнили они уже все, ребята, о Горемыке. Вытащили с кольца и как начали чистить и красить. Работай! Таким образом, впервые спустя много лет перед зрителями предстал обновленный ЧЛ-1. Но, друзья, на этом невероятные похождения нашего пациента не заканчиваются. В 1972 году аппарат передает в депо Ховрина, там же ХЗБ, установив на почти вечную стоянку. Даже фонарики приделали. Ближе к 90-м, по рассказам местных, состояние тепловоза стало ухудшаться. Облазила краска, ветшал кузов, маргиналы откручивали, что плохо прикручено, и прикручивали, что хорошо откручено. Совершенно верным в этой связи стало решение о передаче раритета в новый тогда музей Питера на Варшавском вокзале. Однако и эта точка не стала для тепловоза конечной. Да что ж такое-то? Спустя 20 лет, в 2017-м, его тэпэхают в другой, вновь открытый железнодорожный музей в том же Питере, но на Балтийском вокзале. Тепловоз вновь свежепокрашен, на нем восстановлены надписи от 26-го года. Более того, он впервые находится в крытом павильоне. А еще в Москве удалось обнаружить две, пропавшие много лет назад, подлинные памятные таблички этого локомотива. В июле 2018-го эти уникальные вещи были доставлены в Санкт-Петербург и торжественно переданы музеям. Вместе с тем внутри машины царит дестрой. Как рассказывали очевидцы, машинное отделение сильно развандалено, а дизели частично разобраны. Например, нет клапанных крышек механизмов. Вероятно, очень непросто привести хотя бы культурно дизельные и кабины в порядок. Да и само расположение тепловоза, как по нам, не совсем удачно. Слишком мало пространства для фотосъемки. Как-то так, джентльмены. Едва ли не главной проблемой при создании тепловоза как типа локомотива является согласование скоростной характеристики дизеля с тяговой характеристикой самого лока. Глупо требовать, чтобы этот вопрос был сразу решен, и принципиально новая машина тут же поехала и поехала хорошо. Да, тепловоз получился сырым, факт, но это объяснимо. Какие были недостатки? Одним из основных стало явное несоответствие между сцепной массой лока и мощностью дизеля. Много хлопот доставлял и сам дизель, не приспособленный для поездной работы, а заодно с ним и электрооборудование выносило мозг.
доставляла обслуживание ходовой части очень сложной. Товарищ Гакель, кстати, предлагал впоследствии ее изменить, оставив вместо трех тележек только две. Капризничала в работе аккумуляторная батарея, ну и так далее. Все это накладывалось на несовершенство производственной базы, комплектующих и зачастую недостаточную компетенцию персонала. У нас нет сведений об удобстве управления гроссмашиной, но, наверное, это было легче, чем пилотирование паровоза. Тем не менее, ЩЛ-1 стал первым магистральным тепловозом страны Советов, правда, с оговоркой, сделанной именно в СССР. Дело в том, что на тот период уже имелась еще одна машина – ЮЭ-001 от инженера Ломоносова, также 24 года, но собранная для Союза в Германии. При этом, в отличие от нашего героя, ЮЭ пошел в серию. Немного курьезов. Нас изрядно повеселила эпопея со сменой серии машины. Сначала на заводе лок обозначался ЯГ-1, Яков Гакель – первый тип. Чуть позже его переименовали в ЮЭ-002, помним о ЮЭ-001, а буква Ю была просто свободной при обозначении паровозов. Затем меняет на ГЭ-1, дескать, нет, он будет первый, вот почему в отчете 28 года звучало это название. Спустя какое-то время трансформация в ЩЛ-1, имея в виду эквивалент по мощности паровозу Щ, Щука, Л электропередача. И затем серия еще раз немного фиксится, вместо больших – маленькие L. Такой себе, конечно. Зато, и это звучит просто потрясно, при проектировании кузова тепловоза инженер Раевский опирался на принципы стиля модерн. Вот так. Дескать, эти скосы на торцах, фигурные окошки, башенка вверху, а поперечная площадка спереди напоминает балкон старинного доходного дома. Мадам восхищений! Джентльмены, наш ролик подходит к концу. Еще один раритетный локомотив обозрен на нашем канале. Хотим спросить, а как поступили бы вы на месте Гакеля? Стали доводить до ума этот тепловоз, несмотря на его недочеты? Или лучше спроектировали совершенно новый? Напишите в комментах, пожалуйста. Спасибо большое, что досмотрели ролик. Оценивайте его лайком или дизом. Проверьте подписку на канал. Заходите на наши околожелезнодорожные стримы. Всем еще раз спасибо. Всем удачи и до новых видео.